так скажем, случаю. Графт, немка, новое вот, да, имя, новое лицо легкой атлетики. И немецкой, естественно, метательской школы. У них много хороших девушек. И вот еще одна дама 93-го года рождения. 65-38, это личный ее рекорд. То есть она вот только-только начинает выступать на таком серьезном уровне. И сразу попадает в число призеров на бриллиантовой лиге. Очень интересная дама. Будем за ней следить. Это, да, так вот что-то такое очень... Тоже, да, немка, интересненькая. Да? Ну и Перкович, да. Не было еще. Но да, Перкович, и Перкович, конечно, в своем репертуаре 69-32, рекорд соревнований. В общем, она по 70 метров, можно сказать, так вот лепит просто. Но на этот раз радовалась больше, чем 70 метрам Шахаева. Вот объясни мне это все. Но дело в том, что, видимо, переезд, вот такой перелет достаточно тяжелый. И видишь, она, в общем-то, хорошая такая попытка разродилась только вот в конце. В шестой попытке у нее получилось.